Доброе утро, ребята. У меня гречка, которую мне вчера Мадина, в общем, дала. Я себя разогрела. У Сони, что это, дочь, с расческой сидит? Это ньокки в сырном соусе. Я ей сделала соус, добавила, ну, как я добавила. Соусы? Да. Ну, я сделала, да, сама добавила чуть-чуть масла, чуть-чуть плавленного, нет, не плавленого, а этой Филадельфии, и сыра посыпала. И вот так. Соне нравится, да? Не буду рис. Да не рис. А то? Я про соус рассказываю, как я тебе этот сыр сделала. Не буду соус, сыр. Не будешь сыр? А. Угу. А ты что ешь? Не надо вытирать, Соня. А, вот у нее какая-то привычка началась, она вытирает рукавом и рот без конца, даже когда она не ест, она ходит каждую минуту, вот буквально пару дней, как без конца его вытирает. Что ты его вытираешь, непонятно. Колбаску я поджарила, она не хочет эти котлетки, гречка ей тоже не заходит. Я не знаю, ребята, как ее кормить еще. Давай еще раз попробуешь. Чуть-чуть. Нет. Ну, пожалуйста. Нет. Это мой завтрак. Соня, уже обед. А это кушать. Когда будешь большая, будешь это кушать? Да. Ну ладно. Смотри. Это, да, у Сони завтрак, у меня обед. Как-то так. На улице пасмурно, темновато дома. Приятного аппетита, доча. Сейчас Соня будем открывать эту бомбочку, да? А? Там мало воды, сейчас мы туда нальем, окей? Да. Нет, это оставь там. Ой, класс, теперь такая вода фиолетовая. Ой, что там проявляется? Посмотри, Сонь, что это такое? Это что белое? Единорог? Ух ты! Смотри! Еще долго. Еще долго? В ручках под воду, да. Вот, и крути-крути шарик. Ага. Ой, ножка там. Давай, крути-крути. Под водичкой, под водичкой. Да. Вот там, под струей. Ух ты! Класс. И вода сиреневая, ты видишь вообще? Да. Вода сиреневая капает. Интересно, это которого у нас не достает? Это будет прикол. Мне кажется, это реально, которого у нас нет. А может быть, и есть. Покажи. Ой, этот малюсики, ребята. Это бэби единорог, Соня. Так, Соня попросила ее других единорожек принести. Ну, детики большие. Доча, что там малыш плачет? Что говорит? Мама, ты где? Я что ты говорил? Все. Где все? Все. Опа! Ну-ка дай посмотрю. Вот, ребят, для сравнения, это которые у нас в календаре были. А это в бомбочке попался. Это ты, да? А это. А где мама? Покажи. Вот сердечком, наверное, да? Ты не находишь. Это я, Сонь? А это ты, маленькая Сонечка. Я большая. Ты большая? А кто это маленький? Она. Вот так же сидит, как этот. Класс. Так. Решила надеть свои штаны с джинсовой рубашечкой и вот эти кроссовочки, которые я взяла для спорта, для дома, чтобы каждый раз не мыть какие-то свои кроссовки, чтобы у меня были чистые, чисто для спорта. Но мне кажется, они так классно сюда подходят. С вот этими вот оранжевыми синими вставочками, что я, наверное, в них пойду.
Мы сейчас просто пойдем в ресторан, где есть игровой уголок для деток. Встретимся с моим немцем. Я бы, конечно, в другой лучше пошла бы поесть ресторан, но у нас нету вот в ресторанах уголков для детей. А Соне сидеть несколько часов за столом, ну, как бы скучно, либо с мультиками, но мультики она уже сегодня смотрела, поэтому нет. Она там все еще играется с водичкой, не знаю уже сколько, пока я там мазалась кремушками, сушила волосы, красилась минут 30 прошло, и сейчас она продолжает. В общем, как-то так. На чиле, на расслабоне. Мне нравится. Все равно, пока спортивная форма не пришла, можно в них и погулять. Мама, он туда. Туда? Вот так. Давай. Если поместится. А, как у тебя игрушка есть такая, да, также? А, ну-ка, покажись. Сань, смотри на маму. Смотри на маму. Класс. Лис и Атока. Рис и? А? Райсто? Вкусно? Большой вилкой, он говорит, да? Сонь, большая вилка. Да, спасибо. Спасибо. Загданка. Да, сейчас мы ждем, пока нам принесет. Соня ест рис. Ой, аккуратно, доча. А я рис. Пришли, сидим, ждем. Народу, кстати, немного, и тут тоже только, только русские и с детками. Да. Тут у нас карри острый, а тут у нас барбекю курочка. А у тебя креветки с рисом. У тебя тут рис, Соня. Тут рис у тебя. Расскажи, с кем ты познакомилась? Как твоего нового друга зовут? Как, мол, Саша? Он ушел, да? Ты теперь расстроилась? Тебе понравилось с ним играться? Тут был мальчик Саша по-русски говорил, и она так обрадовалась, что ее кто-то понимает. Теперь он ушел, и она расстроилась. Да, дочь? Мою булочку. Говорит, хочу с Сашей. Ну, посмотри, посмотри. Только не спускайся. Спускаться нельзя. Но он уже ушел. Так, ну что, ребят, мы дома. Проголодались. Сделаю нам нарезочку. Порезала сыр с сулугуни. И сделала бутербродики. Перекусить с икорочкой. Думаю, будет самое то. Так, ну что, доброе утро. Ой, опять хочется прилечь. Вроде проснулась, выспалась, сейчас опять хочу спать. Сделала завтрак Соне, сделала завтрак немцу. Сделала такой же, как у меня. Гуд аппетит. Гуд аппетит. Он уже ушел. Сегодня воскресенье. Воскресенье сегодня или суббота? Воскресенье. Буду заниматься делами на компьютере. Если Соня даст, если нет, то вечером, когда она ляжет. Надо для начала, может быть, выпить кофейку. Мне кто-то из вас в Инстаграме ссылку на кофе. И там была статья, написано, что кофе имеет два компонента, что-то такое, типа кофеин содержится в твердой оболочке зерна, а внутри какая-то другая фигня, которая, кстати, и клонит в сон. Как-то так вроде я поняла. И вот если пить кофе с кофемашинкой, где зерна целые, да, и они там мелятся, да, наверное. И вот если такой пить кофе, то он бодрит. А если пить кофе вот растворимый, в капсулах, то он делается в основном из внутренности зерна, а оболочка идет на лекарства, на энергетики, то такой кофе, он, ну, бодрит там совсем на чуть-чуть, буквально на какое-то там минимальное время, потому что там процент этого кофеина очень мал, и дальше клонит в сон.
И вот да, прочитала, знаю, но все равно хочется выпить кофейку. Мне пришла спортивная форма. Я заказала себе в разных цветах. Должно в трех посылках прийти, потому что да, с разных мест. Хотя заказывала на одном сайте. Вот такая вот голубая. Мне нравится, что штаны не слишком длинные, как раз на мой размер. Но мне не нравится, как рукав сидит. Смотрите, он вот не облегает до конца. Вот тут везде все обтягивает, а рукав, смотрите, какой-то... Хотя мне нравятся вот эти, то, что есть, за что палец зацепить. Но не нравится, что... Ну, поняли, да? Вот здесь вот не облегает. Это я сейчас надела размер M, только что была в S. В принципе, оно настолько все эластичное, что и в M, и в S я влезаю. Цвет мне нравится. Прикольный голубой. Своими хотела кроссовочками померить. Но мне их сначала надо помыть, потому что весь день хожу, думаю, что в коридоре за пятно какое-то на ковре. И в итоге подняла свои кроссовки, и я во что-то наступила. Ну, вроде не воняет, не знаю, либо грязь, либо что, ну, короче... Надо помыть. В общем, вот так вот это выглядит. И я взяла его в S и в M в трех разных цветах. И вот сейчас померяю, какой-то, наверное, один оставлю. Точно не два, потому что мне не очень нравятся рукава. Но мне нравится, в принципе, как он сидит. Вот так вот выглядит сзади. Тут какая-то еще дырочка. Как-то так. Но цвет классный. Сейчас померяем еще в другом цвете. Оно не слишком скользкое, да, вот это вот белье, а такое приятное. Приятное к телу, мне нравится. Здесь все дышит. Классно. Так, вот сейчас одела S-кофту. А кофту еще я не мерила. И здесь рукава получше сидят. Но она вот здесь пожестче, да. Мне давить, мне кажется. Ну, тянется, все очень эластичное. Ну, вот не знаю, что делать. Тут зато тут рукава получше. Блин, мне кажется, цвет офигенский вообще. К блондиночкам, хотя я уже скоро перестану быть блондинкой. Отрастают мои волосики. Ладно, померяем сейчас другие, посмотрим. Следующий такой же, только... серый, но они все три одинаковые, в разных оттенках, надо просто выбрать какой. Блин, серый мне тоже нравится, и тот подойду с моими кроссовочками как раз. Ну, серый как-то тут скучновато, наверное, хотя я люблю серый, мне нравится. Я думаю, что можно даже без лифчика, я сейчас попробую вообще без лифчика, потому что оно так плотно облегает. И я даже не в спортивном лифчике, поэтому по-любому сюда другой. Либо вообще никакой. Да, вот это вот надо спрятать. В общем, вот так выглядит сзади. Тоже классненький. Мне нравится. В общем, сейчас померяю еще черный. И проголосуем, да, какой оставлять. Либо взять два на смену, если там, да, один... надо стирать, в другом заниматься. Хотя не уверена, что я буду прям настолько часто заниматься. Но меня это мотивирует. Прям захотела сейчас упасть от джаз. Или хотя бы приседать. Да, серенький тоже классный. Так, черный, к сожалению, не удается полностью померить. Пришли только штаны. Вот эти, кстати, другие. У них такая резинка. Не знаю, как... Во. Они вообще, они тоже так классно сидят, такие плотные. У него здесь еще какие-то полосочки. И на попе там тоже другой узор, но из-за того, что все черное, не видно. Но прям они тоже очень классно все так обтягивают. Прям приятно. Кофта черная, видимо, придет в следующей посылке. Они как-то ее разбили. Я сейчас сняла лифчик. Мне кажется, вполне можно без лифчика, потому что оно все, ну, так сильно утягивает, что... Зачем еще вниз лифчик? Там есть такие же штаны, как вот эти, которые я до этого мерила. То есть той же модели. Это немножко другой модели, но та же фирма. Вот так пишется. На Zalando все брала. На Zalando, Zalando. Вообще по-немецки вроде как Zalando. Ну подождем, подождем, пока еще придет кофта. Ну, остальная посылка. Там, по-моему, еще один костюмчик будет.
и что-то выберем. Я пока не могу определиться. Мне нравится очень цвет и серый, и голубой, но, скорее всего, это может быть, что все-таки черный, потому что все-таки, да, вот так постоять в любом цвете можно, но если ты там загинаешься, что-то делаешь, везде все выпирает, и в черном, конечно, тогда не так видно, мне кажется, как в других цветах. Ну, не знаю, посмотрим. Либо, может быть, серенький. Карась, я же все равно дома занимаюсь, кто меня видит. Так, я таки нашла кофточку, и, но это S, а мне нужна M. Я поняла, те штаны не заказывала. Я заказывала такие же, все одинаковые. Те штаны, они мне перепутали, я уже позвонила, разобралась. Они мне вместо вот такой же кофты M положили какие-то другие штаны в размере M. Вот, ну вот и черный. Ну, черный, конечно, всегда выглядит супер. Не знаю, теперь черный или что? Что делать, ребята? Пишите в комментариях. Я не могу решиться. Вот сейчас прям реально не могу решиться. Я думаю, голубой мега классный цвет, но все-таки думаю, надо привести себя в форму для голубого. Но вот думаю, черный или серый. Черный по-любому классно, все супер, мне все нравится. Но, может быть, думаю, для разнообразия серый. Я просто перезакажу кофту в M, если черный. А если серый, то ничего перезаказывать не надо. Не знаю, не могу определиться. Пишите, будем голосовать. Рука, мама. Что такое, доча? Рука. Что с рукой? Руку обвести хочешь? Давай. Все, Фредди, готово. Держи, не пальчики не это, не двигай. Вау. А маме? Мамино? Тут. Нет, вот тут. Нет, тут. Тут? Давай. Там? Угу. Ну, по пальчику обводи. Не умею. Не умеешь? Ну, хорошо уже получается. Да, вот. Молодец. Молодец. Да, дальше. Все. О, класс. Что там у тебя пузо? Чего пузо торчит? Чего пузо торчит? Это мой пуз. Да. Твой пуз. She got a body like a goddess, and she talks so sweet. It's like I can't believe I'm the one that she wanted. And if I'm really being honest, I know I could be everything she needs if she let me get on it. Yeah. So come here, baby, listen close. Hold me tight, don't let me go. Girl, you know that I'ma want you all my life. So much left to do, except for falling in love with you. So I'ma let you keep me up another time. But please don't stay the night. Don't try to change my mind. Baby, please don't stay the night. Crazy.
stay the night. Don't try to change my mind. Please don't stay the night. С рыбкой. А у меня рыбка с салатом. Приятного аппетита. Это мой завтрак, обед и ужин на сегодня. Соня не стала есть рыбку. Хорошо, что я курицу еще отварила. Дала ей курицу. Итак, ответим за 2 дня, потому что влог из 2 дней. За 6 и 7 января. Вопрос дня на 6 января. Я все еще пишу 23-й год, хотя уже 24-й. Итак, если бы вы были животным, то каким? Я бы была обезьянкой. И я это всегда говорю, потому что они очень похожи на нас. У меня были бы также руки, ноги, 5 пальчиков или сколько у них? 5 чешка или 4 у них. Ну и короче, я могла бы так же брать, как сейчас беру, но при этом я бы была очень ловкая, я бы могла по деревьям лазить, прыгать, хвостами держаться. Так что однозначно обезьянкой. 7 января, 24-й год. Какие хорошие новости вы получили в последнее время? Хорошие новости. Ну, я получила на днях хорошую новость, да. Ну, ребят, это личное. Давайте попробуем, может, что-то еще, что будет не такое личное. Что еще хорошего? Нет, больше ничего, только эта новость. Но ее, к сожалению, не могу вам рассказать. А, что, наелась? Не хочешь больше? Ну, хорошо, оставь. Так, вот такие у меня тут пятна теперь от кроссовка. Сейчас я их попробую почистить своим пылесосом. Так, ну вот, вроде отмыла вот эти пятна, это мокрое, супер, все отмылось. У меня сейчас просто отвалится спина, я делала ногти, и маникюр, и педикюр, и это было очень долго, я не знаю сколько часов, и в таком вот положении до ног дотянуться, до рук дотянуться, ты вот так вот сидишь, буквой дзю, знаете, такую букву. Короче, спина отваливается. Наконец-таки я сделала. Во-первых, наконец-таки мой любимый темный цвет. Во-вторых, наконец-таки коротенький. Я уже не могла. Она мне изначально сделала не сильно коротенький, но для ее понятия, видимо, были коротенькие. И для меня тоже было окей, когда она только сделала. Но я понимала, что они отрастут. И будут через неделю уже мне мега мешать. Я их, несмотря на то, что потом еще пилила, все равно. Вот я люблю, когда я их не чувствую, да. Вот я их, потому что до этого я вот так, если делала по поверхности, то я уже слышала ноготочки, а так нет. Я вот не люблю длинные ногти, это не мое. Я люблю короткие и как бы все. Включила себе дневники вампира, я помню, я его смотрела уже не раз, но я все никак не досмотрю 8-й сезон, и пару раз я собиралась досмотреть, включала 8-й сезон и вообще не понимала, что к чему, потому что уже не помнила. Начинала смотреть сериал заново, на 2-м-3-м сезоне я заканчивала, потому что мне становилось скучно, потому что я его уже смотрела. А в итоге сейчас вспомнила, ну, не знала, что посмотреть, решила его опять включить. И включила не с 1-го сезона, но и не с 8-го. Включила с 6-го. Вроде помню. И думаю, с 6-го, если я начну смотреть, то нормально будет. Все, ребят, на этом я буду заканчивать влог, сейчас почищу зубы и спать.
И завтра я, наверное, Соню не повезу в сад, потому что у нас тут мега огромные демонстрации будут, и поезда не будут ходить, и вроде бы эти Бауэр, как они, ну кто в деревне работает, там картошку выращивают, фермеры на полях, да, фермеры протестуют, бастуют, все хотят каких-то изменений, нормальных цен, адекватных. Рестораны вроде как должны присоединиться, потому что они хотят, чтобы понизили. У нас вроде как должен повыситься опять налог. Они хотят, чтобы его опять понизили. Фермеры хотят, чтобы дизель был ниже. Плюс там сегодня в ТикТоке одного увидела, я не знаю, там говорит, за час собрали 2 тонны картошки. 2 машины были задействованы, 7 человек. Магазины хотели у них купить за картошку 3,50 за 100 килограмм, по-моему. И вот он подсчитал, в общем, за 2 тонны он бы получил 70 евро. Ему надо было бы заплатить 7 людям за час работы, 2 машины как-то обслужить. То есть, ну, он говорит, это нереально, мы все просто не сможем выживать в таких условиях. В общем, они завтра бастуют, поэтому... Не знаю, может быть, будут навоз выливать на улице. Я смотрела пару видео из других мест, где уже бастовали. О, повыше встала. Раз не будут ходить какие-то поезда или какие-то другой общественный транспорт, может быть, люди пересядут на машины, значит, будут пробки, а если еще будет, и вот я не поняла, с завтрашнего дня они или с послезавтрашнего дня присоединятся фермеры. В общем, тоже будут пробки, я не знаю, завтра, может быть, пересижу с Соней дома, во вторник. Короче, прочекаю обстановочку, если что, повезу во вторник. На этом я буду с вами прощаться, и мы увидимся в следующих видео. Всем пока.